Ограничения на выдачу наличных вкладчикам Спортбанка продлили. Напомню, с 13 марта клиенты могут снять со счетов не более 50 тысяч рублей в сутки. Согласно решению, принятому сегодня на совещании в банке, ограничение для физических лиц сохранится. И когда будет снято, пока неизвестно. Не исключено, что уже через несколько дней изменится максимальная сумма снятия.